Это у меня тесто овсяно-отрубное. В общем, отруби с овсянкой смолола на блендере с водой. Залила водой, насыпала, короче, стакан отрубей, стакан овсянки, долила стакан воды, взбила на блендере. Можно сухие смолоть, если есть возможность. Ну, нож у блендера, если есть. Можно и так, и сяк. Но я сразу, короче, с водой. Соли туда добавила по вкусу. Зиры. Ну, специи какие хочешь. В общем, потом, ну что, вот такая масса получилась, не очень густая. Можно добавить еще немного, например, гречневой муки. Гречневую муку, полстакана, может где-то, чтобы оно погуще такое тесто было. Или овсяной муки еще добавить просто. И, в общем, на часе где-то вот оно постоит на солнце. Можно ночь тут постояло, но у меня час вот на солнце постоит. И можно выпекать лепешки. Это будут отрубные лепешки, полезные. Быстро выпекаются. Сковороду смазала кокосовым маслом, можно любым другим. В общем, разложила эти лепешки. Сейчас вот разложу. С одной стороны обжарила, с другой, и это отрубные лепешки. Но это уже ведь бездрожжевой хлеб, без глютеновый, там, без всякой дряни, в общем, без добавок, без белой муки, в которой куча пестицидов. Легко выводимый. Отруби приобретают такой вкус ореховый немножко. Ну, как бы при обжарке. Если можно выпечь в духовке, можно на сковородке. Ну, 5 минут вообще. С той стороны, с другой. Это отрубные лепешки получаются. Они работают как метла, детокс хлеб. То есть такой хлеб съедаешь, это лепешка целебная, волшебная. Вот Борис Увайдов, например, рекомендовал такие лепешки. Но они у него пересоленные, соленые, так он там тоже эффект есть соли. Чистит, в общем, вообще классно.